ладно, не урти. Ладно, ты не... По внутреннему своему самочувствию как-то можно определить погоду, в общем, на день? Могу. Как? А знаешь, как вот? Вот, например, вот сегодня, значит, ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом. Понял, нет? А самочувствие, вот если плохо себя чувствуете, то будет холодно, тепло, дождик. Завтра? Сегодня. Сегодня? Не, ну ты индеец, я балдю, бам-бам. Вы можете как-то... Ладно, не урчи, сейчас разберемся. Короче, вот как тебя величать-то? Вы можете как-то определить погоду по своему самочувствию? Бля, ты доебался с этой погодой. Ну ладно, не в этом дело. Ну ты там выключишь. Ну вот как, ладно. Да, да. Вот если вот у вас кружится голова, то что? Или что еще? Она у меня когда-нибудь кружилась? Ну не знаю, ухо чешется, нос чешется. Вот жопа у меня чешется. А знаешь, как погода? Ну надо же такой родиться. Ну, бамба, огубись, оглазись. Хватит. Бам-бам-бам. Все, подождите. Нет, у нас съемка, пожалуйста, не мешайте, я вас очень прошу. Ну, guess today, very well. У меня сегодня первый день после отпуска, пожалуйста, не давите мне на мозг. Ясен, бомба, но ты француз. Я в своем внутреннем состоянии никак не чувствую. Я смотрю погоду, то вот центр смотрю. Оглазись, огубись. Слушай, скажи, что ты определяешь. Я определяю погоду. Ну, ты понял. Слушай, я не хочу вырезать.